Большеуковский, Устишимский, Муромцевский районы могут вымереть в ближайшие десятилетия. Рейтинг пустеющих районов составило информагентство «Омск здесь». Основой стали демографические показатели Омской области за 9 месяцев этого года. Так, самая опасная ситуация в Большеуковском районе. Там на каждую 1000 человек родилось лишь 11 детей. Самая высокая смертность в области в Устишимском районе. Замыкает тройку исчезающих районов Муромцевский. Там тоже уровень естественной убыли населения в несколько раз превышает его прирост. Пока север вымирает, на юге области количество жителей увеличивается. Лидером по приросту населения стал Москаленский район. Следом идут Русско-Полянский и Селькульский. Омск при этом занимает лишь 7-е место в рейтинге.